Автомобиль Chevrolet Captiva, также Opel Antara. У них вполне идентичная подвеска задняя. Регулируем задние углы установки колес. Вот. Данным болтом регулируется заднее схождение. Наверху есть еще точно такой же болт. Вот. Не видно, вот отсюда посмотрим. Сейчас так. Да, вот отсюда. Вот. Вот он. Отсюда регулируются углы развала. Пожалуй, начнем. В первую очередь регулируется развал. Соответственно, потом уже схождение. Можете здесь на экране посмотреть, как меняются углы. Короматтам, тусмамам. Подписывайтесь. Нам важны ваши подписки. Комментируйте и ставьте лайки.